И к спортивным новостям. У поклонников тенниса на этой неделе настоящий праздник. В Астане стартовал Кубок Дэвиса. Ближайшие три дня за право пройти в четвертьфинал этого престижного состязания сразятся команды Казахстана и Бельгии. Сегодня в здании Астана Опера прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Дэвиса, в рамках которого встретятся команды Казахстана и Бельгии. Защищать честь страны доверили маститым теннисистам Михаилу Кукушкину, Андрею Голубеву, Евгению Королеву и Денису Евсееву. Публика приветствовала их, а также капитана сборной Диаса Доскараева овациями. Капитан Диас Доскараев. Впереди ожесточенная битва. Бельгийские спортсмены настроены решительно. Представители команды даже пригрозили секретным оружием. Впрочем, на деле все оказалось несколько прозаичнее. Секретное оружие – это мы, это наша команда. И у нас боевой настрой. Мы настроены положительно, настроены на победу. Казахстанские теннисисты тоже настроены на победу, хотя капитан сборной в прогнозах осторожничает, говоря о том, что шансы примерно 50 на 50. Мастерство соперников все оценивают по достоинству. Бельгийцы опасны еще и тем, что они очень хорошо играют за свою страну. То есть, посмотрев историю, как они играли Кубок Дэвиса и в четвертьфинале, и в полуфинале, эти игроки, хоть и не имеют такого высокого рейтинга, но когда приходит время Кубка Дэвиса, они выкладываются по полной и показывают свой лучший теннис. Отвесив церемониальный поклон соперникам, Диас Доскараев, тем не менее, с оптимизмом улыбнулся. Казахстанские теннисисты хорошо подготовились к игре, изучили сильные и слабые стороны соперников, да и родные стены должны помочь. Булат Абилкасимов, Санат Имангалиев, Информбюро, Астана.